Шла я, шла по правой стороне улицы Кремлевской, разглядывая всяческие пассажи, и чуть не проскочила Верховный суд Республики Татарстан. Ну, как вы понимаете, не обратить свое внимание на родное мне заведение, фактически профильное, я не могла. Ну, здание довольно аккуратненькое, ничем особо не выделяющееся. В общем, Верховный суд с двумя флагами, татарским и российским.